Так, а мы куда-то собрались. Куда мы собрались? Отдыхать. Отдыхать? Это как песня «Я замечательный мужик, вы из бабы в Геленджик», да? Да. Короче, не умеем мы отдыхать, да? Да, за? Будем пытаться. Учиться. Учиться, я думаю. Короче, первый раз мы летим куда-то отдыхать. Да, за? Я не знаю. Я не знаю, как привыкнешь ты. Буду работать только на отдыхе. Бедненький. Как-то так. Что за? Будем тебя учить всем самолетным делам, да? Короче, мы уже в аэропорту. Будем сейчас искать стенд. Должен быть стенд Интеркарса. Сказали, где-то либо группа должна быть Интеркарса. Идем туда. Вход туда. Мы молдаване. Ищем сейчас стенд Интеркарса, где он будет. Потому что летит целая группа. Летит целая группа Интеркарса. Где, интересно, сейчас посмотрим. Так, самое главное, мы уже не одни летим, все наши. Тут, короче, банда нас. Ну, будем уже как бы весело уже отдыхать. Ну, а тут у нас стенд Интеркарса, короче, что-то там еще нам раздают. Какие-то рюкзаки с Интеркарс эмблемами, со всеми партнерами. В общем, сейчас все стоят в очереди, что-то получают. Ну, и мы тоже, в общем. Так, нам уже дали такие штучки, бэджики, навалишки какие-то. И дали вот такие вот рюкзаки. Да, и даже мне дали, я не просила. Зачем он сейчас, не понимаю. Я возмущаюсь. Куда мы с этим подарочком? Потом Сережка сделает раз упаковку. Да, Зай? Да. Так, ну что, банда все в сборе. Ну что, едем отдыхать уже, отработает, да? Да. Короче, у нас тут компашка получилась наших. Три сервиса, которые, короче, друг друга знаем. Едем вместе отдыхать. Самое главное, заходим и сразу же, о, смотри, кабина, смотри. Сидит. А там, кстати, тесновато так. Не так много места у них. Ничего, бывает. И прям жарко, да? Тут поле сейчас. Расскажи, как тебе летелось? А? Тебе не понравилось? Так? Назад на пробег? Да. Ясно, ясно. Но тут уже солнышко светит. Нормально, тепло уже? Да, уже теплее. Наконец-то заселяемся. Ну что, давай смотреть, что там за номер у нас. Номер у нас, а почему у нас разные кровати? Мы вместе надеваемся. Да? Да? Тебе это не нравится? Нет, конечно, не нравится. Так. У нас вид на горы. Класс. У нас вид на горы. Вау, прикольно. Прикольно, прикольно. Вау, тут даже сидеть можно. Чик. Класс. Ой, мне нравится, уютненько, да. Будем спать отдельно.
делать. Все-таки нам номер поменяли. Мы немножко переезжаем. Потому что Сергея не устраивала кровать. Вот такой нам дали номер. Похожий. И самое главное, что вид не поменялся. Красота. Мы еще даже не заселились, но уже нас кормят. За классный отпуск. Чиз. Ура! Толян, короче, первый бассейн. Там у нас второй бассейн. И вот тут вот море. Море. Видишь? Короче, будем тебе показывать. Плюс-минус скидывать. Что да как происходит. В гостишку уже поселились, короче. Сначала дали номер, где две кровати раздельных, а потом мы договорились, нам дали одну совместную кровать. Ну вот вещи кинули. Сейчас вот идем прогуляться, посмотреть, что тут да как. Такая вода бирюзовая. Такая вода. Так, в итоге мы добрались до дискотеки сегодня. Дискач тут нормально идет. Ну что, девочки, что скажете? Все классно. Танцуете или идем в номер? Еще потанцуем. Танцуем, да?